поступив в медицинский колледж в 95-м. И еще даже не знал, что она станет моей мамой, второй, и моей тещей замечательной, любимой. С Наташей мы познакомились только в 2004-м, вот спустя 9 лет. В итоге как получилось? Очень интересно. А моего отца, слава богу, он еще жив, зовут Сергей. А ушедшую мою маму зовут Светлана. И Светлана Сергеевна вот таким образом стала мне второй мамой и по именам, и в статусе. И всегда очень радовала, всегда мы с удовольствием ее навещали, когда вот стали уже жить отдельно с Наташей. Точнее, Наташа ко мне переехала. И до последнего дня и в больнице сейчас навещали, и возили по этим всяким инстанциям. Вот последние дни приходилось и там диагностировать что-то, здесь, где она все очень мужественно это переносила. Хотя было очень тяжело, конечно. А так, жизнь, конечно, очень была непростая.